В Десногорске завершается сезон ремонта автомобильных дорог. Этим летом асфальтное покрытие было обновлено на 4 участках Атомграда. Первый – это территория автодороги Н1 от поста ГАИ до поворота на объездную. Второй – это от поворота на Кукуевку до моста через реку Ржавец. Третий – это участок объездной города Десногорска Н11. И участок автодороги Н3 от поворота на рынок до поворота на гостиницу «Вега». Весь объем работ этого года прошел согласно ранее определенному плану, средства на которые поступили из областного бюджета. Тем не менее, рассматривается вопрос о выделении дополнительных денежных средств на дорожный ремонт, который можно успеть произвести до начала осенне-зимнего сезона.